У меня бывает такое, что я смотрю на свои рисунки спустя пару месяцев и просто не понимаю, как я могла допустить такие очевидные ошибки. Дело далеко не в прогрессе, ребята. Во всем виноват замыленный глаз. Но на этот счет есть несколько советов. Рисунок можно отразить по горизонтали или перевернуть. По факту изображение остается то же, но мозг воспринимает его как новое и видит все ошибки. Путь к совершенству через обман. Но вот построение — это не единственная проблема. Бывает, что рисунок не может никак обрести объем. Очередной цыганский фокус. Делаем рисунок черно-белым, и тут-то все всплывает, где не хватает теней или же наоборот света. В цифре все понятно, но что делать в традишке, расскажу в следующем видео.